Всем привет, друзья! Для чего многие водители добавляют спирт в бензин? Давайте разберемся. В топливном баке может образовываться конденсат. Также не исключено, что на заправке вместе с бензином в топливный бак может попасть вода. Примеров тому очень много. Так вот, с наступлением первых морозов эта вода может замерзнуть в самых неожиданных местах. Например, внутри топливного фильтра, в топливных трубках и магистралях, на сетке бензонасоса, в самом бензонасосе, ну и так далее. У меня такой случай был. С наступлением морозов где-то в топливной системе замерзла вода, машина не заводилась, ну и простояла на стоянке до весны, так как теплого гаража, где отогреть машину, у меня не было. Так вот, чтобы этого не произошло, спирт в бензин можно добавить для профилактики перед наступлением заморозков. Спирт растворяет воду, и она сгорает вместе с топливом. Получается что-то типа водки. Как известно, в водке доля спирта 40%, и она горит. Если даже будет немного меньше доля спирта, то с топливом все равно вода сгорит. Наливаем немного воды. Ну и примерно столько же спирта. Поджигаем. И как видим, все горит. Конечно, если в баке ведро воды, то это не поможет. Но вывести остатки воды перед морозами вполне возможно. Спирт ни в коем случае не повредит ни двигателю, ни топливной системе, так как присадки в бензине намного агрессивнее спирта. Он просто сгорит без следа вместе с водой. Далее, при наступлении холодной сырой погоды, обычно это весна, осень, когда температура в районе 0 градусов, плюс-минус, при прогреве двигателя на некоторых автомобилях возможно обмерзание дроссельной заслонки, даже если мороза нет. Разрежение, низкая температура, влажность приводит к появлению льда на дроссельной заслонке и рядом с ней. Воздуха не хватает, двигатель троит, бывает даже глохнет. На некоторых автомобилях это видно явно, так как изменяется работа двигателя. На каких-то это мало заметно, но в любом случае в этот момент вырастает расход топлива, так как перекрывается доступ кислорода, воздуха. Обмерзание дроссельной заслонки возможно и на трассе, если не работает заслонка горячего воздуха. Но для того, чтобы этого не произошло, можно добавить примерно на 10 литров бензина 100 грамм спирта. Многие так и делают, и проблем нет. Повторюсь, что это бывает в холодную сырую погоду, обычно осенью, весной. В мороз и летом этого не бывает. Ну и естественно, это происходит не на всех автомобилях. Друзья, кто не подписался на группу ВКонтакте, обязательно подпишитесь. Вся новая информация и обсуждение неисправностей будет именно там. Там же указан телеграм-канал, где люди онлайн помогают друг другу, присылают разную информацию, видео и так далее. Ссылки будут под видео в описании и также в первом закрепленном комментарии. Еще имеется такое мнение, что при использовании спирта очищается от нагара камера сгорания, свечи, лямбдазонт и так далее. Вполне возможно, но я это подтвердить не могу, сам лично не проверял. Пишите свои комментарии,
Ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока.